12 августа на территории у дома номер 11 в 3-м микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль марки «Газель», впоследствии чего она ударила стоящие рядом транспортные средства Nissan Qashqai и Chevrolet Lanos. В числе поврежденных машин оказался еще один УАЗ. Неустойчивость позы, запах изо рта и нарушение речи – явные признаки того, что водитель на месте происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. А как это все получилось-то? Педаль газа завалилась. И? Не, я пока рукой сюда вытаскивал, тяга просто загнулась, я ее отдергивал. Как самочувствие у вас? Сыпанул, прям плохо. Плохо? Что употребляли накануне? Он сейчас, он мерзавцев въебал. Вы знаете, что после ДП нельзя употреблять спиртное алкоголь? Знаю. А для чего употребляете? Чтобы нога не болела. За рулем водитель находился без водительского удостоверения. Документ он оставил дома. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Елена Павлова, Сергей Пискарев, телеканал «Девест», Тихвин.